Оренбургской области, в селе Подгородняя Покровка, сгорела 160-летняя церковь. Пожарные, коммунальщики и полицейские тушили огонь больше 9 часов. Огонь начал распространяться с купольной части церкви и быстро перекинулся на стены деревянной постройки, а затем и на крышу. Пострадавших во время пожара нет, но храм сгорел полностью. Причины возгорания неизвестны, следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства пожара. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.